Питер работает, не заблочен. Блин, у меня йота, просто видите, у меня есть МТСовская симка, но там говорят, Твич заблочен тоже на МТСовской симке. Где Лёня? Лёни нет. Мисс Билла, если ты здесь, спасибочки тебе большое за рейд. У нас рейд из МСК идет, и мы ждем Лёню. Я уже задолбалась ждать Лёню. Кстати, надо будет водичку. Убери ко мне в рюкзак бутылку, мы это, в хостеле нальем воду. На. Мне кажется, Лёня пошел не до того каменного моста. Подходит, говорит, куда? Ты мне в рюкзак тут бери, говорю. Чего? Надо есть, уберу. Ну ладно. Лёня, да, минус Лёня, Лёня. Лёня потерялся, я не знаю, где он, куда он подходит. Мы... Сука, ой. Будь здоров. Типа пробки. Может, он вон там вообще? Вон, а, вон там вообще? Там нет остановки. Ладно, я пошел, удачи, Ирич, в МСК, водички дешевые, интернета стабильного, а Ваньке парни сексно. О, Вань, тебе парни сексно пожелали. Я, Ирич, спасибо, Славик. Тебе всего хорошего. Покеда, покеда, покеда. Ты не пробовал использовать рестрим для стрима, чтобы не мучиться? Рестрим нет, не пробовал, я просто VPN скачала и все. Довин на Лене. Да. Сейчас Лёня придет, но опять его тоже захейтят, как бы, да, да. А сейчас всегда хейтят. Все. Да, да, да. Переход ищет, так тут через мост, через сверху. Блин, так пыльно, я столько пыли села, капец, ребят. Рестрим, я не знаю, какая программа должна быть на телефон, чтобы был рестрим. Лёня москвич, это норма, что он опаздывает. Кстати, Лёня не москвич, Лёня с Самары. Лёня с Самары? Да. Попробуй рестрим, это будет как обход, но при этом без проблем. Макс, скажи, пожалуйста, как приложение называется, чтобы на телефон можно было установить? Скажи мне, я просто не знаю. Я попробую через рестрим. Рестрим, IO, Катрин. Мне тут скинули это. Чё? Адрес бара, в который надо сходить. А, да? Катрин, он так и называется, бродкастинг. Там не надо прогу, просто ключ, их указываешь и все. Так, Катрин, погоди, какой ключ указываешь? Ключ трансляции указываю я. Блин, реально, где Лёня? Я тут вижу кучу всяких мужиков, но Лёни не вижу. На баре синие. Чё? Ё-моё, что происходит? Рулес, привет, я в Москве. Ребят, а сейчас как по качеству? Скажите, лучше стало или нет? Да, Фокс. Сейчас покажи. Покажи, что вокруг. Я стою все вокруг этого каменного. Слушай, может, тут реально мужик? Вот, видишь? Это он? Это другой. Другой? А да. Мне кажется, там у того болотная курточка была. Сейчас лучше. Но сейчас, потому что есть 4G и этот ловит FPS нормально. И этот в очках, тут без очков. Ладно, тут Ванька, вот. Сейчас покажу ЗБС. Все, хорошо. Дорегишься на рестрим IO и ключ трансляции в приложении на телефоне любой указываешь. Блин, Катрин, напиши мне, пожалуйста, в дискоче эту инфу, если тебя не затруднит. Пошагово, все, все спокойно. Да. ВПС, да-да-да. Рахим, я кручу камеры, нашли точку G. Ой, блин, насмешило. Вот, мы стоим, вот тут, вот он, там Кремль, вот он мост, это большой каменный мост, остановка. Блин, что так сложно-то, я не понимаю. Я уже опять сидеть хочу. Поговорим на эту тему. Чё, кого? Стрим попозже, хорошо. Надо песенку послушать? Хочешь песенку? Да, давай, я просто спрятала. Смотри, что у меня с джинсами. О май гад! Ребят, я приехала сегодня с целыми джинсами. Сейчас. Что-то
Ваня какой-то рок слушает. Короче, села я на коленке. Чё, тебя не заходит? Не, на, служи. Чё, тебе не нравится? Такое? Короче, у меня порвались джинсы. Чё, погнали за джинсами? Это московская мода, да блин, я... Чуваки, как... подскажите, где тут джинсы? Вот, я как бичара, видите, у меня джинсы протерлись, и колготки, видно, черные. Ой, жесть. Ой, жесть. Это капец. В чем проблема посидеть? Да я сижу уже, я уже села, сижу. Так у твоего друга бутылка есть. Я вообще не думала про бутылку, Зловик. Рваные джинсы — это секс. Ну, такое, не знаю. Рваные джинсы? Средненько. Но он же выглядит. Ну, блин, ребят, все равно я привыкла ходить в этих нормальных джинсах. Я не знаю, где Леня. Я уже реально замучилась его ждать. Пошли, короче, до Третьяковки, он пусть там подходит, потому что это невозможно. Рахим, где он подходит-то? Я что-то не понимаю. Капец, я как бич-колхозник. Shut the fuck. Подожди, может, мы где-то его пропустили, я не знаю. Пропустили, мимо нас прошел, да? Мы уже реально полчаса его ждем. Капец. Долбишь на Лене, а Леня сидит дома и ржет над вами. Да-да-да, я тоже об этом думал. Не, Леня в Москве. Леня, на стримфесте надо быть. Вернись в СИП. А, кстати, я сама хочу уже в СИП вернуться, я устала от Москвы. Мне реально дня хватило в Москве вот так нагуляться. Сидеть тут не будет. Мы еще, короче, пойдем на Москву-Сити сегодня. Да, Москву-Сити. Сделаем там инста эти фоточки. Я вам покажу этот вид из окна. Гоу, Леню забаню. Давай. Да не, Лене не надо банить. Сейчас, подожди. Мы созвонились давно, а я не знаю номер Лени, он ВКонтакте пишет. О! Ой, не то. Чуть стрим, блин. Да, чуть стримнёв, но... Ты еще в Бутово не была, давай туда и по Бирюлёву погуляй. Нет, ты чё, я наслышана в этих районах, Катрин. Бутово — это вообще, мне кажется, там кошмар какой творится, и в Бирюлёво тем более. Чё, ты видишь Леню? Нет. Леня хуже пидораса. Можно выводить чат по ссылке с твича. Через рестрим ты имеешь в виду, Катрин? Возле Третьяковки встретись, он туда подойдет. Идем к Третьяковке. Короче, Рахим, скажи ему, пусть сидит, нас ждет около Третьяковки, он уже замучил. Мы его полчаса ждали. Вон у Вани же у тебя челка сбилась. Да, через рестрим типа. А, поняла тебя. Блин, могли сидеть на скамейке спокойно. Не, я реально, ребята, встала. Да не, на бутылку вы не стали сидеть. На скамейке я посидела. Еще на Арбат надо бы сходить. Реально на Арбат. Надо все вечно встретиться на Арбате. Короче, ребят, сегодня вечером на Арбате встречаемся. Вот что я поняла. На этом, на старом, по-моему, Арбате. Там еще Starbucks должен быть. Я не помню, там есть какой-то новый Арбат, а есть какой-то... Кафешка крутая, ты чё, там типа распиаренная кафешка, там классное кофе делать, ну не такое классное. Это стоит по 500 рублей за один бокал. Да-да-да, я был, у нас в Екатеринбурге. Блин, а, ну тем более, не знаю, я просто была, пила кофе, там, что-то за 100 300 рублей. 300 миллилитров вроде такая фигня, рублей 200, наверное, всё, 300. А чё, Лёня хоть, покажите. Лёня, я не знаю где, Лёня около Третьяковской галереи, вот мы туда и идём. Третьяковскую галерею. Да есть микрочелик из чата. Ленин слаб. Новый Арбат — это просто проезжая часть. Ну вот, значит, старый Арбат. Старый Арбат, где пешая часть, там, где гуляют все. Это вот старый Арбат. Надо вот туда. Я просто помню, есть новый Арбат и есть старый. А чё, в чем разница? Я уже забыла. Я была, наверное, 4 или сколько года назад. Короче, давно была. Не, слушайте, в Москве реально очень мало вышек мегафоновских. Вот прям их капец как мало. Не то, что в моем дорогом Новосибе. О, там вообще до хрена вышек. Так, Ваня, машина.
Ваня? Ой, Вань, прости. Ты имеешь в виду Ваня машина? Ваня, ты что? Секс-машина, наверное. Все, я уже не устала, реально. Ходить, я такую фигню несу, кошмар. Леня сейчас возле библиотеки именно Ленина, сейчас должен к вам подойти. А, вот там библиотека была имени Ленина, да. Блин, мы отошли оттуда, елки-палки. Ну мы его, скажи, ждем на пути. Леня, я тебя найду. Сейчас Ваня кекс-машина получал. Блин, просто библиотека именно Ленина, мы проходили, он вообще в другой стороне. А, он, наверное, слушай, был около другой Третьяковки. Может, библиотека там? Ну. Забей в гугле библиотека именно Ленина. Ты что, не помнишь, это куда я подходил? Может, тут несколько библиотек есть. Откуда мы знаем? Стойте там, где стоите, возле храма. А, конечно, мы стоим кто-то возле спалил, храма. Увидел этот храм. Иди к РПЦ. Go в РПЦ. В РПЦ, кстати, меня выгонят, наверное, за съемку. Какой-нибудь батя придет ко мне и скажет, типа, пошла вон отсюда. Ширяемся бустами или как сделать все за одну ночь. Жень, привет! Ваня, секс-машина, ты ему такую рекламу дала, что ему сейчас пол МСК даст. Блин, короче, я отдам Ваню в секс-рабство. Ваня индивидуалка. Лови покемонов. Не, покемонов ты чё? О, кстати, спасибо, сейчас качаю, буду ловить. Подпаду под машину, нахуй, если ладно, все. Не просто выгнет, а еще и заловлю покемонов посадит. Вот, тем более. А я такое не хочу. Иван, дешевка. 1000 рублей в час. Может, еще телефончик свой сказать? Элитный курьер. Да кого? Мы еще Леню дождаться не можем. Леня просто все еще никак не может до нас дойти, поэтому мы стоим тут, его ждем. Жень, ты не бойся. Не бойся, Жень. Короче, мы около храма. А если я на бордюре вот так сяду? Ну, типа, нормально же, да? Я на фоне храма. Они пошли вперед до храма какого-то. Мы дошли до храма и остановились, потому что ждем Леню. Леня около библиотеки был. То есть Леня был там, где мы в начале стрима проходили. Господа мудро, ну чё? Где? В библиотеке имени Ленина? Вообще нету. Нас что, Леня обманул, что ли? Я уже победу спела, вы еще не нашлись. Нет, конечно, Оксан. Москва большая, мы до сих пор... Вон там, пошли посидим там. Есть, конечно, еще. Мы сейчас вообще в РПЦ пойдем. Дойдите до храма, уже там норм посидеть есть, я сейчас пойду. Москва, нам надо по всяким этим ходить, заведениям, узнавать что-то новенькое. А мы там идем, не говори. И ищем, где мы покушаем, блядь. И водичку, сука, купили подешевле. Да, за 30 рублей ищем, воду за 30 рублей. Не, надо реально 5-литровку, наверное, купить. Можно для чая или для чего-то еще. А что, ну пойдем в РПЦ? Сюда? А где посидеть ты предлагал? Вон там. А где? Что-то там есть вроде. Ну что, ну, можно зайти. Стример, пора уже обедать. Кстати, реально, надо пойти поесть, блядь. Типа тут есть парк какой-то в РПЦ, сейчас покажу. И сам уже доехать успел. Так а чё ты не едешь? Надо было ехать. Сюда тоже зайдём. Блин, ветер так дует. Около набережной другая вообще погода. И туда надо зайти, 100%. Вон туда. Вон сюда. Да. Сейчас идем в парк, который находится в районе РПЦ. Сейчас телефон на зарядку поставлю. Уже разрядился. Да Лёня мудачила, тот еще по-видимому. Честно, я не знаю, через какие такие дебри идет Лёня, потому что
Но это нереально. Дубль ГИС есть у всех, как бы можно догадаться, как, куда идем, как идем, что идем. Короче, идем в район РПЦ. Что такое РПЦ? Российская православная церковь, ты что, не знаешь? Теперь знаю. Во. Оградка за оградкой, еще одна оградка. Тут очень много, на самом деле, оградок. Тупо Леня. Генетический урод. Да не, чего вы Лёня обзываете? Да подождите, тут сейчас будут качели. Сейчас я сумку. Просто пацанчик еще у нас не дошел. Рахим, ты, короче, скажи, как живой, как называется этот храм? Храм Христа Спасителя? Спасителя, да. Христа Спасителя. Я как москвич глубоко оскорблен. В смысле? Чем ты оскорблен? Мы вообще никого не оскорбляли. Я наоборот, вам тут экскурсия по храму Спасителя. Показываю. Забраться на крышу и это, соскоблить золото. Позолото. А? Позолото. Это золото? Позолото, не золото. Блин, мы уже... Можешь спорить с церковью? С тобой. Со мной. Ой, пойдем на скамейку сядем. Пойдем. Можно, конечно, как свиньи пойти по газону, но мы не свиньи. Да, конечно, с масса что ж. Покайся. Славик, покайся. Только в покемонов не играйте. Да нет, в покемонов, ребят, мы не будем играть. Пика, пика! Чу! Срать хочу. Сука, как мы угораем. Я вспомнил, знаешь, кто такой Эльдар Продвей? Нет. Нет? Нет. Екатеринбургский, короче, видеоблогер. А. Вот. И он, короче, что-то это... Зеленый привет. Мы в Москве ходим гулять. В видеях у него была, короче, про то, что это, типа, как он ловил покемонов, короче. Взял бабу, короче, в заложники, типа. Говорит, это что за покемон? Мне кажется, ее зовут Бульбазар. Почему он такой к ней выходит? Бульбазар! Она так пугается, короче. Бульбазар! Она опять пугается. Ой, потом лавки чистые. О, кайф. Кайф, кайф, кайф. Ну, как по мне, все они золотые. Не то золото. Каждый купол золотой. То нитрит титана. Но это позолочено, это не золото, это позолото. Мама. Я приеду. Ну, просто я хочу в хостел попасть, переодеться, чуть полежать и, ну, можно двигаться. Я хочу доехать до Москвы Сити, там поесть, попасть на Арбат. Nice история. Катрин, ты оценила, да? Да вы, похоже, никуда уже не пойдете, так находились. Не, я реально... Нет, я еще... Я энергии еще куча. Не, мне просто отдохнуть надо чуть-чуть. Я хочу и переодеться, и, типа, вообще шикардос будет. Будет стрим с дивана. Да, реально, останемся в хостеле и будем стримить в хостеле. Йогу делать я будешь? Могу в ВК свой. Скоро скинуть. Пятница, йога будет. Где там? Где эту йогу-то делать? Рахим, ну чё, где Лёня там? Рахим, попроси у Лёни номер телефона. Я почти уверен, что нитрит титана придумал патриарх, чтобы отмазать. На самом деле гол. Ну, может хрен быть. Хрен его знает. Жень, мы не в курсе, мы вообще не Я тоже знаю некоторые металлы, которые смахивают на золото, но мало, они подороже стоят, чем золото даже, наверное, сплав. А где Виталя? О, не знаю, где Виталя. Без понятия, Злобик. Он же СМСК, ну да. СМСК. Я знаю, но я не знаю, где Виталя. Будет топ-фуд-стрим в гостинице, да, наш Йога человек. На сцене стрим-феста. Мне не дадут площадку, чтобы я делала йогу на сцене стрим-феста. Уж слишком я хороша для стрим-феста. Да, поэтому сегодня, ну, не это, не до стримфеста. Не, на самом деле здесь прикольно, ребят. Вот в этом парке храм, я забыла, как он называется, простите. Вот, на РПЦ. Самом деле, да. Не, типа РПЦ — это Российский православный церкви, а это храм Христа Спасителя, наверное, так называется. Гоу в шарагу к Виталию, я не знаю, где Виталий уже. А здесь так чистенько. Вы мне адрес хостела скиньте, я к часам к 4 приеду. Пречистенская набережная, 15. Пречистенская. Не Пречистенская, а Пречистенская. Сука, это вспоминать, да? Я надеюсь, вы клип не сделали, это Пречистенская набережная. Набережная. Не, ну типа прикольненько, так миленько, чистенько, вот даже люди фотографируют. В этом храме есть автомойка, что, серьезно? Ну, скорее всего, потому что там машина заезжала. Охренеть, в храме автомойка, это как, это нормально, нет? Можно торопят, да? Извиняйтесь оба. Злобик, извиняюсь. Они уже сделали. За нами уже выехали просто. К
Какой дом? 15. Вы мне... Так. Сама говоришь, не говори. Ты ходила Ленина смотреть? Не, зеленый привет, я нет. Не ходила. Да нафиг мне сдался этот Ленин. В мавзолее трупак лежит. Чё, чё сделать? Бан. Мне плюс бан. Да знаю. О, паранормальный Евгений, здорово. А где похититель носочков? Чё-то его не видно. А я не знаю, где он. Ну, падла. Хотя мы по Москве находимся, он в Москве живет. Да? Ну, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Ну, или он по Москве живет. Ну, по-моему, в Москве живет. Честно, я уже не помню, кто в Москве, кто рядом с Москвой, кто по московскому времени проживет. Это капец. Действительно, лучше на чистых прудах в рок-бар пойти бухнуть. А то. Ой, рок-бар, кстати, классно. Мне это уже скинули адрес одного бара, да. Это, да, прикольно. Лучше в Жмор сходить, чем в Трубову. Не, Лорс, там жестко, жестко будет. Лежит бардак в Москве, труп красиво. Больше 100 лет в центре города. Не, это серьезно, это вообще бред, я не понимаю. Йоу, собаки, я Наруто Узумаки. Я опять прослушал дом. Красиво. Вань, вон, видишь, уже... так громко это сделал, что-то я вообще... У меня аж ухо заложило. Да, со мной рядом лучше не сидеть, когда я смеюсь. Надо, это просто в 2-3 метрах. А сейчас прохладно опять, да? У меня что-то уши замерзли. Сейчас шапку достану. Да. Ну, я как бы мерзляк, но... Да я заметил. Она у меня потом ночью отберет мое одеяло, мне придется. Да ничего не буду на тебя. На коврике вообще спать придется на каком-то. Вы что там? На, подержи. Сейчас мой кот. Здорово. Так, ты что тут паки показываешь? Вот видите, Ваня какой? Ребят, короче, его ник чупачка, потом, когда будет в чате, хейзить его. Разрешаю. Ты впервые? Не, я на самом деле не первый раз в Москве, я давно в Москве. То есть я третий раз в Москве уже. Охренеть. И не знаешь, где купить водичку подешевле? Третий раз в Москве. Я знаю, на Арбате где. Я знаю, где на Арбате, я знаю, где в районе МСИ находится. Вот в районе МСИ я ориентируюсь в центре, я не особо ориентируюсь. А типа, МСИ еще я куда? Пречистинская набережная. Только Пречестинская, Пречестинская. Да, уже весь чат запомнил, что это вместо ИЕ. Давайте, пусть зайдите в Синнабон, там пирожники прикольные всякие. Оказано, у нас Синнабон тоже есть в Новосиби, надо какое-нибудь такое заведение, чтобы... Там, кстати, в ЦУМе тоже до хрена и пироженок, Новосиби. И мороженок, и все подряд. Короче, тупо-тролль. Да, наверное. Так, это что-то Женя. Рахим, где Леня? Леня не заебал. Не, ну реально, Лёня, что около библиотеки, мы уже около храма сидим в парке, ждем Лёню, а Лёни все нет. Шавуха ван лав. Ну, сейчас бедный узнает то, что мы его ждем, все дела. Зелёный, мы если шавуху съедим, мы потом, блин, там один туалет, по-моему, там же один, да, туалет? Несколько вроде. Но несколько, они будут заняты и примут нами, понимаешь, да? Будем через стенку общаться, да? Пристукиваться. Просто на Арбате больше нет ничего интересного, кроме пирожных. Ну, там, кстати, есть какое-то заведение, типа печки-лавочки, там можно поесть нормально причем. Ну, хорошо, у нас в Новосибе есть такое заведение. Лёня в Питере вообще. Спасибо, Лонли. Как твои дела, что новенькогося? Лёня мудачила. Тролль, вот контент у тебя в чате. Контингент, да, не говори, знаешь. Ну, на самом деле, у меня как бы есть тролли, но что-то сегодня они жестко тролли. Зевс ультанул, походу. Ты про Лёню, что ли? Лёня, наверное, реально тильтанул. Почему? У тебя чуб, как у украинца. У кого? Чё? У тебя чуб, как у украинца. У кого? Кто? Чуб? Что такое чуб? Ну, типа, во, зализан так. Да, это на самом деле просто ветер подул, а так у него нормально. Ой. Мои нормально были лучше, чем... Кстати, я ещё нашёл, кому можно позвонить. Если бы не РНК. Ой, не говори, меня этот РНК вообще замучили. РНК я сама уже через VPN, через рестрим стримить приходится. Но это вообще на самом деле бред, потому что они лишают, допустим, вот у стримеров это некоторая... У кого-то это официальная работа, то есть лишают людей, ну, работы. Это же глупо. Лёня, как в фильме «Ирония судьбы», перепутал. Лёня, наверное, все перепутал. Он, наверное, Москву с Питером перепутал. Ты побрила ноги перед поездкой. Блин. Не тряси. Камеру не трясти. Стараюсь не трясти, укачала.
Да просто тут ветер дует. О, и... я еще нашел, кому позвонить. Иди звони. Ты бы лучше Лене позвонил. Я не знаю. Зайди, короче, в группу ВКонтакте. У меня телефон просто кнопочный. Если я не приеду в конкретное место, я вас никогда не найду. О, так я около храма. Лёня, так мы тоже около храма. Ты где? Лёня в чате, наконец-таки. Пальто чёрное, нет? Не знаю, сейчас посмотрю. И что-то пишет. Нет, как вот это чел фоткает, это не Лёня, он был, он с тёлкой. Лёня без тёлки. Сейчас искать. Лёня, мы вот тут стоим. Стримеры же налоги государственные не платят. Государство стримерам вообще никак не помогает. Стример как будет, так выживает. Сейчас, стойте там, давай, стоим. Нифига тут ветрище какое-то будет. Твич смотрит, террориста надо закрыть. Твич, что ли? Да зачем? Короче, гоу на Арбатской в 4. Ну ты что предлагаешь? Через 2 часа на Арбате. Лёня, наконец-то, не говори, ты сейчас Лёню все увидим. Лёня, мы его тут час просто ждем, Лёня, это капец. Лёня вообще узнает. Да Лёня узнает меня. В жёлтой шапке. Я там новость где-то в ленте видел. Новость, мол, VPN это новая игра по типу синего кита. И что? VPN очень опасен. Если у вашего ребенка есть VPN, будьте бдительнее, удалите VPN. Да не, VPN нормально. Чё, где он? Да вон вроде подошёл. Не знаю. Вон мужик. Нет. Не это. Чё-то у меня, подожди, не заряжает. Давай убежим от Лёни. Вон пацанчик такой коричневый в курточке. Да хрен его знает. Чё? Да, этот мизинец. Какой ник у Лёни? Синер. Синер гексагон. Чё-то такой. Вон он идёт. Кажется, это он. Да, по-моему, это он. Он мимо нас уже проходил. А, да? А, ну, блин, сейчас ещё бы Лёни не узнать. Вон пухляш. Но это не Лёня. Там, короче, пухляш такой идет. Ой, жесть. Нет, не он. Я Лёня. Но я знаю, как он выглядит. Гонишь? Не, не гоню. Вот Лёня, да, вот он. Синер, это Лёня тот самый есть. Вот мудил. Покажи походку Лёни. Блин, его нету пока. Он идет. А где он, блин? Реально я задолбалась его ждать. Гексагональный Лёня. Давайте рофлить над Лёней теперь. Ирыч, попрыгай. Попрыгай, чтобы он тебя видел. Да, он меня увидит. Блин, мы вдвоем тут стоим, я с моноподом стою. Тут только, ребят, дурак не заметит. Так это не только с твичом проблема. Слаг покосили, DuckDuckGo, определенные программистские ресурсы покосили, короче, до хрена. Не, очень много чего погасили. Они очень много каких ресурсов, они онлайн-игры погасили, которые были на этих серверах. То есть они реально очень много дерьма сделали. То есть они не сколько блага, сколько дерьма сделали. Сколько там они? 4,5 миллиона, что ли, забанили в этих адресов, по-моему. Ну, короче, очень много. Сейчас брат и бомж придет в лице Лёни. Я Лёня. Я есть Лёня. А им игру. Или знаете, короче, экзибиционист такой выскакивает из парка. Такой оп, плащ распахивает, типа я есть Лёня. Я б не заметил, да ты б заметил, Жень. Да вон он селфи совсем. Ты про того пухляша, что ли? 16 миллионов. Вот, да 16 миллионов. Ну, мой тоже забанили, я без VPN не могу стрим делать, мой тоже забанили. Да, не всех забанили. Ну, короче, лохи они, 18 миллионов, кто больше, ребят? Блин, ну... Я устал ждать, я хочу, я зачем в Москву приехал? Я реально задолбалась его ждать, что он там, где идет-то, через Китай, что ли? Он, наверное, обходит, что ли? Ты же сказал, где-то вон там он идет. Вон Лёня идет. Вон Лёня.
идет Леня. Они погасили много облаков, более 17 лямов, почти 1/3 интернет на самом деле. Ну вот именно, что понимаете, у многих людей работа завязана, да, на этих серверах, а они просто такую херню сделали. Кто красивее, Леня или Ваня? Но Леня я еще не видела вживую, только на фотках видела. Давайте так договоримся, у Христа Спасителя встретимся через часа 3 и поедем по Москве гулять. Один хрен, метро все равно тут. От хостела ближайшее. Так, стримфест... Ёлки-палки, пришел, ну, наконец-то. Вот мы просто... Здорово. Мы тебя всем чатом ждали. Ну-ка, извиняйте перед чатом, быстро. Сам потерялся, сорян. Это разве извинение? Москвич в Москве потерял. В смысле москвич? Я из Самары. Он из Самары. Точно, точно. Маленькая мартышка добралась. Чё? Чё, ой, блядь? Ой, Лафань, привет! Чё? Это он чё, меня блядь? Говорит. Короче, он запечатан, поэтому, ребят, в следующий раз его... Ну, понятно. Чё, они тут другие? Я извинился, ничего не знаю. Они за всё рот. Блин, чё такой здоровый? Жирный такой. Чё, блядь? Где жир? Это мясо. Ай, не могу. Короче, смотрите, сейчас покажу. Сейчас дозвездишься. На плечи тебя носить будет. Не, не надо. Надо. Сейчас, подожди. Там сзади как ГБшник ходил. Давайте пойдем. Ой, чёрт. Короче, смотрите, вот Лёнины ляхи. А вот Ванины ляхи. Чьи ляхи больше? Смотрите. Я говорю, Лёня. Кто из Самары? Лёня Шамар. Лёня жирный. Ну все, уже хвострил. Ну я говорю, Лёня. Лёня толстый. Бицуха пусть покажет. Лаги. Да потому что мы проходили. Тихо, тихо, не надо. Лёня, Лёня, успокойся. Пойдёмте этот участок пройдём. Это не излишняя нагота, ничего не знаю. Мне жарко, кстати. В смысле, ты чё? Мне наоборот холодно, я мёрзну. Мне жарко. Так естественно, тебя там греет. Самары, Фокс, ничего себе. Это он рядом с тобой загорелся. Чё, кто загорелся? Лёня, что ли, загорелся? Да, зачем ты снял мою шапку? О, это... Вот просто, я не знаю, у вас есть, нет, такие... Вот на моей маленькой головке, а потом на твою здоровую башку она растягивается. У меня там маленькая голова. Слава богу, они идут вместе, я могу пойти одна. Блин, я теперь не могу ее надеть. На, подержи. Вот! Еще один репортер. А, ты про Лёню, что ли? До этого смотрел, как он не дает. Ой, секас, не говори. Ой, батю. Да не говори, на шапку отмутили в прямом эфире. Кошмар какой. Ты где шел-то? Ты мне расскажи. Мы тебя стояли, ждали вон там. Вон там, по мосту прошел. Там перехода, блядь, нет. Я пошел туда. Он, походу, дальше ушел к библиотеке. Я к библиотеке пошел переход искать. В итоге потом вернулся, узнал, что под мостом есть проход. Там под мостом был проход. Да, да, да. Когда ты болеешь, ты... Капец. Что-то у меня глазки устали уже. Не, я что-то сама. Вот тут еще и подписчик. Подписчики Артем. Че у Лонли Вульф, не поняла тебя? У Лени маленькая головка. Подождите. Да я сказала, что ну, типа ты шапку забрал с моей маленькой головки. А чат типа потому что у Лени... Все держали над Чеченским проспектом. Чеченский проспект. Чеченский проспект. Сейчас там маленькая головка.
Бля, надо было да не сбривать бороду рыжую, тогда точно было бы прийти Кенский проспект. Мы пока идем к это, к хостелу к нашему, где мы жить будем. Вот. Потом мы переоденемся, чуть отдохнем и поедем гулять. Вань, нажми на кнопку. А толку нет, наверное. Теперь. Не, но я думаю, все равно надо. 400, да, буду там, только наверх. Поднимитесь. Давай лучше там, где мы сидели. Вот лучше там, где мы сидели. Где вы сидели? Мы сидели вон там, на скамейках. Ой, ну я вообще не могу на тебя смотреть. Ты государственный служащий. И вот этот человек у стриптиз-бары. Ой, понаехали в нашу Москву, не говори, Злобик. В твой Владивосток. Ты что, ну пошло? Специально взял. Да. Типа он будет стрипухом махать в лицо этим удостоверением. Стрипухом другим надо перед лицом махать. Не про то подумал. Извращенка. Ему точно в Бутово надо ехать погуляться. Кому, Катрин? Лене? Ой, вообще не могу. Че, ты надел нормально? Да и... да. Все. Я устал. Я тоже... я хочу отдохнуть. Я просто хочу отдохнуть. Лёнь, почему у тебя нет тачки? Чё? Почему у тебя нет тачки? Да. У меня тачка в Самаре, потому что. А, ну нет, на тачке было бы круто. Просто можно машину иметь. Да. Приезжать. Квартира есть, есть, а теперь тачка. Вы в Зуме были, вот видели, внизу моя смена стоит. Да, на губёшку-то закатай. Ну а там просто... это Майкича машина, ну, ты чё? Ну, это Майкича. Ты Майкич тачку не тронь. Ага. Или так, тебе. Вы чё? Мусора с собой взяли? Так ещё мы уже вычисляем. Кого посадить? Вычисляем по IP, кто там что пишет. Ну. Вот, если бы у нас мусор с вот таким видом ходил. Смотрите. Вот для чего я резиночку взял. Вот для Лёни. Он для Лёни брал резинку. Удостоверение стриптизера. Не, Катрин, это не удостоверение стриптизера. Это другое, совсем другое. Куда идете? Мечтатель, привет. Мы идем по Причистенской набережной. Мы идем в гостиницу. Мы идем в гали... галерею. Не, там, говорит, стрёмная, надо в старую галерею идти. Там, говорит, вот это вот стрёмная галерея, ребят сказали в чате. Чат не обманет, чат не будет рофлить. Стрёмная бывшая по утрам, а это как не так. Ну, типа, нет, в старую надо ехать, это новая Третьяковская. Как доехала? Супер. Супер доехала, ты как? Зоопарк подъехал. Да, не, прикольно. Что-то как-то громко, громко. Доехала вообще супер. Классно доехала. Мы там проходили, там вообще Nissan GTR. Красиво. Они что, там братачки общаются? Наконец они вдвоем могут общаться. Паш, здорово, а мы Лёнь наконец-таки встретили. Короче, на автопати вот мы пойдем такой компашкой. Типа... Лёня, Ваня, MC я. Лёня, MC Ваня. MC слева, представьте. Ой, я не могу. Гостиница, стрим. Про бутербродики. Жень, про какие бутербродики? Ну, мы просто зайдем, я не знаю, передохну. Я правда устала, я хочу умыть лицо, наверное, все в пыли. Я очень много ходила. Лёня вообще идет в майке, просто её, смотрите, вот. Этот человек просто работает в администрации Самары. И у него... Самая модная Россия. Ой, капец. Кто из них твой парень? Нету ни одного. Так, пока что был попугай, сейчас чё? Бегемота будет показывать. Рофлите над ним, зато про меня забудут. Они так всегда.
Да блин, ну вы же сами в чате сидите, рофлите тоже. Да. Блять, я пока шел над ним рофлил. Ну вот. Не обижаешься. Ему не холодно в футболке? Честно, я сама спросила. Я говорю, Лен, тебе не холодно? Он говорит, не, нормально. Ну, мне прохладно, честно. Ветер холодный временами дует. У меня такое ощущение, что можно здесь. Все, можно пойти. Ну ладно, пойдемте пройдем. Кто такой Леня? Леня, кто ты такой? Читайте. Типа сказать нельзя, не? А? Сказать нельзя, не? Нет. Специально я смотрел. Все на тебя. Короче, он специально так оделся. У него на майке написано синер, типа он грешник. А здесь? Ну, короче, он чиновник нефр. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Он просто цацки нацепил. Я всегда хожу. Кроме работы. Ой, капец. Важное уточнение. Чё, Санина? А чё там написано? Нет. Охуели, блядь. Нет, не Санина. Там было написано Санина. Просто сегодня ветрено немного, вот и холодно. Не. Сегодня, правда, ветрено очень много. Ну, прям прохладно. Короче, угоняем мусорник и на стрим-фесте устраиваем. Блин, у меня вообще ноги все устали. Мне кажется, мне так ноги вонять будут, вы не представляете. Реально. Не, у меня просто они вспотели, я прям чувствую. Памятник Петру мимо прошли. Да, мы прошли мимо памятника Петру, мы с другой стороны немножко свернули. Ваня сказал, кажется, здесь можно пройти. И свернул, и мы идем по каким-то дворам. Непонятным. Завтра снег пойдет. О, отлично, хорошо, что у меня шапка есть. Ну, типа, мне так-то пофигу. А, блин, мне завтра еще в 4 часа надо будет на этот стримфест, там, собрание будет. У вас со скольки будет? С 4? Да, с 4, но буквально, наверное, час, не больше. Ну, вечером что? Ну, вечером можно будет собраться, я не знаю. Опять тусануть. Ой, мы сейчас уже тусим. Смотрите, ребят, я вообще устала от этих тусеров уже. Они такие шумные. Вот тебе лишь бы тусить. Кого мне тусить-то? Мне кажется, мы вообще не туда, мы квартал прошли. Мы сейчас просто навернули огромный круг. Мы, ребят, сейчас просто какой-то дали такой здоровый кругаль. Это капец. Мы вышли вообще не там, где нам нужно. Через дорогу, наплевать прям, вонючие ноги, да, ну блин, они просто устали, они устали, мои ножки. Нашла приключение в свою попку, ой, я таких приключений нашла вообще капец. Ты идешь на стримфест сейчас? Нет, не сейчас, стримфест 21-го будет. Теперь смотри, московский колорит, чувак на картах. Че, я так же сидела. Он удивляется этому человеку на картах. На Фань, как твои дела? В смысле, она сейчас сам гуляет, что ли? В смысле, вообще-то он саб. И вон тот тоже саб. Я тот сейчас... уже ушел, он нас покинул. Тот тоже саб. Они еще и билет на стримфест купили от меня, так-то. А где все люди? Да мы в переулке тут стоим в каком-то непонятном. Мы их сожрали. Сусанин идет по неверной дороге, отрежься Сусанину ноги. Ой, Паш, да надо будет. Паш, что ты вечером? Будешь с нами встречаться или нет? Экстремал. Слушай, мне кажется, он уже где-то обошел. Мне кажется, он в подземку спустился. Потому что мы до памятника Петра Первого не доходили. Это в тех, в том находится, там. Да. Да. Гуляешь только с сабами? Ну нет вообще. Куда он? Мне кажется, он сейчас там выйдет. Идем? Туда, выйдем. Мне кажется, он сюда же пытается вернуться, в итоге нас не будет. Он теперь он нас будет искать. Вот что произойдет. Зайдет на стрим. Будет Рахима писать. Мне кажется, он потерялся. Это знаете, как в фильмах ужасов бывает, типа, один идет такой, ой, я сейчас разведу обстановку. Сейчас проверю, все и нет. Потом, короче, идет, блин, пошли второго. Второй идет, второго тоже нет. В итоге остается один. В итоге
Лёня, Лёня так и не нашли. Оксана, вот он, Лёня. Это Лёня, которого мы ждали целый час. Убегали вы от меня целый час. Да, привет, я прилетела, прилетела. Как дела твои? Вот, да, Лёня, вот он тут стоит. Под мыхами светит. Да теперь мы Ваню потеряли. Я вообще не могу. Лёня пухлое чудовище из администрации. Скажите место и время на вечер, прошу. Короче, ребят, давайте, наверное, соберемся. Вот, я хрен знает. Макдаки, вместе заработаем гастрит. Не, просто смотрите, можно встретиться у вот этой церкви, где мы были вот сейчас, а потом вместе поехать на Арбат и на Москву-Сити, потому что я хочу побывать там. Как долетела? Ань, это вообще капец, я ехала с детьми, это был грудничок маленький, он плакал. Это капец, ну как бы я хорошо. Я предлагаю пойти его искать, потому что что-то он пропал. Потому что приземлились мы хорошо, долетели тоже хорошо. Но единственное, меня не кормили, и я, такой, и я очень сильно хотела кушать. Потом мы пошли поели в KFC.